Доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Кто еще не подписался, подпишитесь, пожалуйста, на канал добрых дел, адекватных людей, адекватно реагирующих на различные ситуации. Помогаем людям, оказавшимся в беде, в которых в этих бедах, в принципе, и были и сами. И немножко выбравшись из этого, пытаемся поднять с колен людей, оказавшихся там. И очередное видео сегодня будет о том, как наш Сашок, бомжик-пират, добрался до дома. Отзвонился я сегодня участковому. Вчера огромное спасибо подписчикам, то, что нашли быстренько телефон участкового. Отзвонился я. Человек на пенсии, он уже не работает, но пошел навстречу. Я объяснил, что так и так, занимаюсь блогерством. Отправили, собрали денег, собрали продуктов, купили билет Саше нашему. И отправили на поезде, и теперь нет связи с ним. То есть он находится не именно на том месте, где живет Саша, а в другом населенном пункте, но по своим связям он тут же пробил, созвонился с людьми, которые находятся близко, удостоверился, что Саша там, приехал, к сожалению, бухает, он там на какой-то блатхате, но самое главное, что живой, здоровый и на месте. Вот такое видео. И еще один маленький момент. То есть 4 числа мы не смогли пойти с черным. Вот, значит, 5 числа я работал. И сегодня вот я утром хотел с ним сходить. Было окошко у меня временное. Но его сказали, что вчера вечером забрала полиция. К счастью, отпустили его. Видео вы уже видели по этому поводу. Сходили мы с ним, получили паспорт. Паспорт на месте, Костя Черный передал его мне, чтобы не потерять и не испачкать, чтобы не промок нигде паспорт, положил я у себя его в тумбочку. Вот такие движения произошли у нас сегодня. Самое главное, что Сашка бомжик на месте, сел у меня второй телефон, я не записал разговор с участковым. Вот. Но кому интересно, я сейчас сниму видео с номером телефона участкового. Кому интересно, можете позвонить лично, что Саша на месте. Кто знает фамилию Александра, кто знает отчество, тот его сможет найти. Поэтому смотрите видео, ваши лайки, комментарии приветствуются. Всего доброго всем. Приятного просмотра. Рабочему месту 49. Посетитель с талоном номер К40. Костяшкин сегодня получает по 100 ват бесполезного груза. Опять штрафульки. Платить идем. Так, тут карточкой можно оплатить? Карточкой. А можно оплатить карточкой или нет? Что-то я не въеду. Наличка же 100 рублей. Наличка есть, но там не 100 рублей надо. Ладно, сейчас разберемся. Все, штрафчик оплачен. Все у нас. Ухти-тюти-тюти-тюти. Все. Костян идет уверенно. Уверенной легкой походкой. Поставили штамп, паспорт уже здесь, не ушел. Это был первый раз. Второй раз меня прислали к вам в кабинет. В кабинете у вас мы сразу
который все перечеркивают, хотя это сделал совершенно точно. Надеюсь, в прошлый раз я сделал неправильно, у меня кривили. Сейчас я сделал неправильно. Почему в один день? Потому что не можете срок принимания в январе 21 года, 8 уже в январе. Все, Костяшкин документ. Да не обязательно там номера. Все, заулыбался. Все, слава богу. Я у тебя оставлю пока. Да, как скажешь там, куда принести, поднести. Все принесу. До 20 числа, блядь, да? Да я всегда здесь, всегда на связи. Телефон на гараже написан. Я знаю. Давай, все, ребята, кладу к себе сумочку при необходимости. Возвращаю на место. Вот он, сумарек мой. Чик. Все. Поздравим Константина. Спасибо тебе, братан. Все замечательно. Работаем дальше. Сашок, а где ты? Где ты сейчас едешь? Я сейчас в Ярославле. Город Ярославль. В Ярославле. Ты покушал? Да. Две картошки сожрал. Ага. Полбуки хлеба. Так. Чай попил. Ага. Сахар нашел? А? Сахар нашел там в этом, в рюкзаке? Да. Спасибо тебе, Санек. Что еще Помощь? Поел? Да. Я сейчас доволен. Ну, немножко пьяненький. Но бутыл... по дороге въебал, пока до Ярославля ехал. Бутылку ушатал? Ну, все, меня зовут уже вагон. А, все, давай. Давай. Ага, звони. На следующей станции я тебе перезвоню, хорошо? Хорошо, Сашок. Все, давай. Давай. Это мало стоять. Давай, езжай, позвонишь. О, я перезвоню тебе. Давай. Давай, от души, Саня. Ага. Здорово. Здорово. Я в Коноше. В Коноше. Поезд нашел, где перрон на следующий поезд? Да, я разобрался, мне подсказали. Ага, как у тебя дела? Ну как, ничего нету, тут ничего не заваришь. Приеду в сухомятку только жрать, хлеб, колбасу. Ну, ты подожди в поезд, сядешь там, заваришь. Да, только так. У тебя все... у меня в час 25. Да. У тебя все есть? Да. Все хорошо? Все хорошо. Дайте Бог здоровья. Занятие. Ага. Дайте Бог здоровья. Это, Сашок, я тебе еще в это, там где-то около 2 ночи позвоню, сел ты в поезд или нет. Хорошо? Хорошо. Все, давай, дорогой, на связи. Давай. Жду. Давай. Давай. Все, слава богу, едет. Так, ребята, ну и как обещал, Кошкин Николай Леонидович. Вот он, номер телефона. Можете лично позвонить, убедиться, что Алексашка наш доехал до дома. Не знаю причину, значит, его нахождения вне действия сети. Может быть, пробил телефон, может быть, продал, может быть, потерял. Все что угодно. Но я договорился с участковым, с бывшим, что в ближайшие дни, где-то дня через 3-4, человек уехал сегодня, собирается на охоту, вот, на 3-4 дня.
дня через 3-4 мы свяжемся с Сашей, так или иначе люди приедут в его село и дадут ему телефончик пообщаться с нами. За что мы очень благодарны этому человеку, Кошкин Николай Леонидович. Вы будете смотреть наш канал теперь. Вот, и передаю вам огромный привет и огромное спасибо, что пошли на контакт с нами, сделали доброе дело для нашего канала. Все, всем спасибо огромное, смотрим видео. Уважаемые зрители канала, и вот еще одно видео для размышления по поводу нашего Губы. Вчера я его видел поздно вечером, где-то около 12 часов, сидел в переходе, сам с собой разговаривал. И вот мне пишет сын его, значит, мы общаемся. Значит, вот что он пишет, я обещал позвонить, но не позвонил. Вот, и, значит, мы сегодня начали разговор с ним. Вчера было поздно, я видел его где-то в 12 часу ночи. Вот, но это, об этом я уже сказал. А ты знаешь, скажи ему, если ему тебя плохо вести, то что от меня пиздюлей получит просто. Я просто сейчас сам в Москве, и увидишь его, мне нужно с ним встретиться, я с ним сам поговорю лучше. Так, ну я ему видеосообщение отправил, у него не воспроизводит телефон старый. Я понял, братское сердце, не работает у тебя видео, да? Ну, вот такие голосовые можешь слушать. Просто я говорю в этом видео о том, что ну, на самом деле отца надо спасать, если, конечно, есть такова возможность. С нашей стороны мы чем сможем, тем поможем. Ну вот сделали ему паспорт, там отправили. Я ему по-любому в подых поддам, потому что... Почему он такую жизнь? У него есть дочка маленькая. Да, он лишен родительских прав, я не спорю, но все равно у него есть дочка, это родная кровь. Такой вот видос переговора с сыном Амбы. Жень, ну не знаю, что у него в голове, и еще у меня к тебе один такой вопрос. Как бы я тоже блогер... Вот это вот, интересно. Не договорил. Вот у меня такой вопрос. Мне, значит, подписчики перевели деньги для него на день рождения. Вот. Но так как он забухал, мы не стали ему отдавать деньги. И человек, который перевел мне эти деньги, он говорит отдать ребенку. Вот. Вот я не знаю, кому это, кто там у него, сын еще есть, да, маленький или дочь маленькая. Вот ты говоришь, дочь. Вот. Как? Ты не знаешь, какие-то есть у тебя контакты, чтобы я... мне некогда ехать в Икшу. Вот. Но дело мне это надо закончить, потому что мои подписчики ждут от меня движений. Мне нужно перевести деньги кому-то из родственников. Я, правда, не знаменитый, конечно, как ты, но... Снимаю, но я заброшки в особенности снимаю. Вот такие переговоры, но я думаю, он сейчас в Москве, мы скоро встретимся с ним. Видео для размышления. То есть я не оставляю шансов как-то помочь ему, хотя я прохожу уже просто мимо него. Но вот, наконец-то я достучался до сына, и тем более он сейчас рядом находится. Ну вот такой, ребята, получился видосик. Спасибо, что все просмотрели. Спасибо за лайки. Спасибо за комментарии. Подписывайтесь на канал. Задавайте вопросы. Личные сообщения тоже можете присылать. В WhatsApp, в Viber, в Telegram. Все есть в описании канала. В описании видео информация. Людям, которые хотят помочь материально... каналу и нашим людям, которые находятся в неудобной, в неловкой, тяжелой ситуации жизненной,
кто желает помочь, тоже информация находится в описании канала и в описании видео. Сберкарта, Донат Алертс, PayPal, вся необходимая информация есть. Всем огромное спасибо. До новых встреч.